Вот он. А как-то он мало отнимает-то. Да тут самое главное, дроны отнимают. Понятно. А он меня закутывает. Стреляю-ка я. Ай, ну отстаньте уже от меня, а. Короче, когда сегмент разбивается, из него выходит дрон. Вот они стреляют больно. А сейчас он не разбивается, сегмент. Я имею в виду, когда лампочка гаснет. А, у него. Понятно, понятно. Еще мобы всякие мешаются. Ой, отстань от меня. То есть даже все лампочки разбивать не обязательно получается, можно бить по сегменту. По-моему, я сейчас кого? Я тебя спасу. Съешь сердечки, вон лежат справа. Как-то не очень много. У тебя там у самого ХП мало совсем. Нормально. Кстати, с этих с дронов-то ХП тоже падают, сердечки которые. Ага, я заметил. Фух. Чё ты так вздыхаешь-то, как будто всё? Ну, я устал просто бегать от них. Вот дождики забыли поставить. Точно. Смотри-ка, с дождиком как пошло хорошо. Ага, круто вообще. Черт побери, у меня пушка слабая вообще, я мечом быстрее его ношу. Косой, попробую их. Я уже пробовал, нормально. Все, мы его запилили. Надо было сразу тучки ставить. Еще один сломанный меч. Да шутишь, что ли? Да нет. Что там, спринг? Клёво. Лази какой-то. Это пошел. Что лежит? А? Мунстоун какой-то. Ладно, потом посмотрим. Что-то да, оно выбивалось. Прикольно. Сейчас баннер повешу. Хоп. Блин, криво повесил. Че? Ты дал мне, как по заказу мне. Еще одно затмение дали. Я же говорю, ага. Косу еще. Ну, косу дали, вот какой-то Moonstone дали. Увеличивает все статы в ночь. Сейчас одену. К сожалению, я не вижу, что он там увеличивает. Надо бы тоже потом почитать. А, его можно... а какой? Сейчас же не ночь. Сейчас же день. А сбоку лучше не бей, а то они с лутом улетят в этот землю. Ну хорошо. Я мышку потерял. А, слушай, так ее можно держать.
А я кликаю. И я кликаю. Дуры. Драки. Дуры. Ты что, с помощью плюс к размеру, что ли? Че ты фандовишься? А, ты крутишь, а у меня смотри ты как. А почему она у тебя висит? Странно. У тебя анимация заклинила просто. А я у тебя тоже не машу, да? Нет, не машу. Ну вот ты у меня так же стоишь. Да? Ну да. Я думаю, че стою понтуешь. Ты показываешь размером, что ли, думаю, хвалишься. Что-то комплексовать даже начала, на всякий случай. Смотри, сколько привидений. К размеру у меня нет прибавки. Я тебя успокою. Что-то побаловали вначале лутом и все, и замолчали. Угу, гады. Зато вроде золото с них неплохо падает. Мне так показалось за первый раз, когда они открыли. На Вике я читал, что там две платины выбиваются в легкую, если игрок бьют, будет бить их и собирать золото. Ну мы-то собираем сейчас как раз здесь. Ну да. Еще один сломанный меч. А почему тебе все падает, а мне? Я тоже хочу что-нибудь сломанное. А у тебя сколько штук? Один. Зато у тебя крылья вон зеленые. Зато я вообще весь зеленый. Ну да. Это даже коса какая-то, зеленоватая. Это она мой цвет приняла. Угу. Вот во всех бы играх так фармилось бы. А? Во всех бы играх так фармилось. Да блин, палец устал держать уже. Кнопку. Резиночкой надо лепить. А еще только это. Половина дня прошла. Прикольно. Ну все, у меня теперь коса есть, теперь мы вообще кого хочешь замочим, наверное. Что-то выбил. Тоже такая же, у меня есть. Глаз на пружинке. Призывает глаз на пружинке, да. Кого призывает? Глаз на пружинке. Может, призывает глаз на пружинке? Ну да. Попробовать призвать, что ли? А вдруг босс какой-нибудь? Да нет, пьет, наверное, нет. Скорее всего. Скушал. Да пьет. Вон он. Ага. Фу, какой противный. И кишочки такой. Чего? Упало там. А, ну вот такой же аксессуар, как у тебя падал. Еще один. Угу. Я так понимаю, он с чем-нибудь сочетается хорошо. Сломанные крылья. Сломанные крылья? А, это есть. Там плохие крылья получаются. Да? Угу. Ну, по крайней мере, судя по Вике. Еще один обломок меча. Хе-хе. Редкие, говорите. Нередкие. Может, шансы вылечили? Ну, ты не забывай, что в предыдущее затмение... Да, один только упал. Так что просто тупо везет, я думаю. Ну, за прошлое затмение вообще, по-моему, только одна коса и обломок упал, да? А, еще кусочки крылья сломаны, да? Угу, угу. Две штуки.
Можно я что-нибудь на мышку положу? Чай попью. Или подержи в две руки. Нет. Давай работай. Шо? Прогрессируй. Ну что, кого мы сейчас? У меня с собой есть вот карта пиратская. У меня я есть да, я шар. Было вкусно, спасибо. Просто так. Что, попробуем пиратов? Да, я хотела... Я предложила перед записью серии попробовать пиратов. Потому что мы первый раз проходили, было как-то не очень комфортно, потому что еще вот этого ничего не было. Они сами пришли, пытались нас обидеть, но мы отбились. Угу. Вот. Из пушек там стреляли гады. Да, да, да. Теперь я хочу потестить, как вот эта вот штука будет работать именно с пиратами. Потому что на солнечном затмении она работает прекрасно. Заходи. Или ты наружу попрыгаешь, пожалуйста? Я наружу попрыгаю. Ну ладно. Мне тут нравится. Ну да, вот он. Развлекается так. Я деньги зарабатываю. Да, давай. Так а может снеговика сначала? Снеговика? Неинтересно, они такие просто какое-то избиение. Мы их трогать вообще тогда не будем пока. Ну ладно. Пусть они сами помирают. Все, пиратов, короче, вызываю. Открывай. Ага. С пиратов бы выбить карту дисконтную. Было бы здорово. И чё? И всё. И где? А я не знаю. Что-то придумаем. А, крюки мы, кстати, ещё выбили. Такие да? Двойные, с мимиков. Да я думаю, там куча всего можно показать. Всё, что ещё одето, покажи. А я вот так открывал, кстати. Да, у меня же не как-то свой комплект. У меня комплект-то Frozen. Frost. Почему я его Frozen назвал? Ну, пофигу. А у меня есть... Как она называется? Огненная перчатка. Огненная перчатка защитника, да. Вот, то есть собрана с разных тринек. О, идут. Вот они. Дает огненный дебаф на врагов. Ну падайте уже, да. Ух ты, больно. Ну да, арбалетчица очень больно стреляет. Прикольно. Нет, так-то вручную, конечно, бить будет не очень комфортно. А это что, уже капитан пришел, что ли? А они, как стандартные мобы, по-моему, приходят периодически. Да нет, я смотрю, тут капитан уже пляшет на лаве. А. У него 2000 хп. О, я... Причем это... Туалет, что ли, выбил? Я не понял. Бью. Ну, сейчас я помогу ему побыстрее, что ли. Я золотой туалет выбил. Персонально себе сделаешь комнату. С троном. Буду на нем сидеть. О, сейчас умру. Вот оно тебе надо? Нет, но я деньги все равно все... Нет, не все выложил, но большую часть. Слушай, нормально работает, они приходят и падают. И все. Ну, хорошо. А, слушай, так это просто такое... Причем их... Я так поняла, может несколько прийти. Да. Это не мега какой-то босс. Да, я поняла. Я думала, он просто один приходит. Не-не-не. У меня... Первый раз тут такая паника была. Они так больно дерутся. Особенно эти арбалетчицы дурацкие. Чего вы стреляетесь? Я вот по вам не стреляю уже. Сверху откуда-то спрыгивает, прикинь? Ага. Теперь по планам... А, играть сейчас умру. Амулеты против дебафов. Но пока еще только частично собрано. Ну, частей уже много. План-то хороший, конечно. Как бы мне к тебе пролезть и не умереть? Ау! Давай, ты с какой стороны придешь? С правой? Не-не-не, не приду. Ну, может, через дом и все. Нормально. Через дом, я боюсь, они дом вынесут. Сразу бегом с места респа и туда. Сейчас у меня бутылки... Знаешь, у меня идея какая пришла? Надо, наверное, кровать переставить к телепортам, чтобы сразу можно было... Нам-то какая разница, где резаться? А-а-а. Ну, кстати, да. Ау. Капитан. Помочь тебе? Капитан. Сейчас.
По-моему, проще отдаться им. Ой, я тут сердечко в куче съел, теперь я здоровый. И все могу. И все могу. Я опять наглый. Оп. И все. Хорошо тебе тут. Дурачки вообще, смотри. Просто. Короче, все нормально, работает даже с арбалетчицей. Единственное, где здесь не отработает эта штука, это на гоблинской. Ну да, не портит. В гоблинском вторжении, да, там маги. Ну, гоблины, они и так дурачки. Они легкие. Все? Да. Танчик. Мой милый королек. Чем берешь, упал? Туалет золотой. Все? Ну, да, кажется. Мне ничего больше не падало. Мне тоже ничего не упало. А, у меня тоже туалет золотой. А, слушай, у меня еще это матроска. Да? Были штаны, у тебя, по-моему, были штаны матроска. И шапка. О. Шапка еще? Бандана. А у меня стол золотой и туалет золотой. Ау! Молодец. Хорошо. Вот. Дисконтная карта не упала. Зажали. Зажали. Пойду штаны одену какие-нибудь. Там еще костюм мумии лежит. Не, мумии не хочу. А где бы тут? Ого. Мумия. Я не знаю, куда ты положил. Штаны какие? Пирата? У меня не было штанов пирата. Говорил, ты выбил штаны пирата. Разве? Майку или что-то такое. Не, а, вот есть, слушай, да. Действительно. Так. Забирайте одежку. И туалет надо куда-нибудь поставить золотой. Кто бы его поставить-то? Вот здесь поныкаю, короче, пока. Хоп. Там не мое место. Ну и все. Розочка тут выпала. Еще. Тринька. Ой, куда бы тебя положить? Я уже вендоров продаю. Красненькую? И красненькие, и синенькие аксессуары. Все уже. А да. Красненьких у меня у нас вроде нет. Я так есть, смотрю. Есть, они там в одежде лежат. Декоративные. А, ты их туда кладешь. Ха-ха-ха. А они стакаются? Кстати. Нет. Ну вот. Так, ну что? Теперь можно... кого у нас тут? Снеговики. Скелетрона. Снеговики, да? А снеговики надо? Нет, давай. Не надо. Нет, не надо. Просто с ними долго, они нудные. Наверное, будет не очень прикольно. Я думаю, мы потом переведем часы. Прибьем снежных таких вот налетчиков. И покажем Санту. Хо-хо-хо. Тогда нам надо ждать ночи теперь. Да, потому что скелетрон, по идее, сейчас не призовется, правильно же? Нет, не призовется ночью только. Вот. Значит, пойдем ты мне поможешь покопать немножко. Пойдем. Кстати, ты можешь себе GPRS сделать, там, по-моему, все для него. Не хочу. Ты где вообще? Я тут. Спускайся вниз. Зачем? Копать будем. Я тут уже немножко начал. Тут главное это... Я сердечко не отчет. Главное дождаться, ночи не прозевать. О, у меня тоже сердечко взято, оказывается. Я, короче, его съем. А, эту мы себе сделали же еще новую. Кого? Эту новую? Кирку. А, ну да, из это. Из святых слитков. Угу. О, мимик. Ха-ха-ха. Ты ли это?
Он. Опять снежный цветок. А, фу, гадость. Ненавижу мясо. Да кримзон этот. Фу, гадость. Ну да. Малоприятное местечко. Ой, они же меня сейчас так убьют. Так, стоп, а что-то мне показалось, что ли, сердечко? Видимо, показалось. Короче, вкратце план такой: прокопать. А, сейчас умру, ты гады. Дерешься так, отчаянно. Все эти гады. А. Умер что? А, нет. Давай в команду. Давай. Красненькую, стандартно. Ага. Прокопать вот такие тоннельчики, да, да, в 4. Нет, не в 4. Нафига в 4. Здесь в 2 длины. А правее где-то на уровне половины экрана. Нет, даже на уровне. На длину экрана, короче, прокопать в 4 кубика шириной. Потом пройтись. Я тебя не узнала. Очистителем. Давай, ты справа, я слева. И машинки Зингер. Ну. Что-то у тебя с ХП плохо очень. Нормально. О! Круто. Отгадайте, кто настоящий, да. А мы сейчас проверим. Вот так. Не понял. Развод. Здесь есть экстрактинатор. Еще один. У нас их три уже. А во втором сундуке облако, глазик и два золотых. Если честно, мне неохота это все собирать. Я только статую возьму. Оставим для будущих поколений, да? Иллюстры. Мне вообще не мешало бы убрать. Потому что... Ну... Почему? Мимики там всякая фигня, потом будешь думать, мимик это или нет. Мимо проходить каждый раз. Потом почистим. Ну ладно. Давай, да, быстренько прокопаем. Ну да, там же ночь скоро надо. Ха-ха-ха. Кали... А чё? А, я так на всякий случай. Ну хотя да, лава-то больно будет. Надо было бутылочку. А, я в лаве стоял. У меня нет бутылочки с собой. Ну всё, на самом деле я думаю, что там уже... Подожди, это не титан? Нет, это нет. Серебро. Или платина. Титан, он немножко серебро. Темнее. Серебро я тебя не видел. Вот так. Все. Поехали обратно? Да. А, ты хитренько да, какая. Кого вызывать? Скелетрона. Хотя, если у нас с ним все легко получится, у нас там еще есть... Это если легко получится. Да. Я не думаю, что все легко получится, потому что у нас... Опыта все равно с ним не так много, как один хотелось раз. Бы. Вот-вот. А, нет, стоп. Да, с скелетроном один раз был. А не два? Нет. Ой, да ёлки с палкой. Что ж такое с этим зеркалом-то? Заговорённое какое-то. А я его держу в отдельной ячейке и беру в руки, когда надо только. Да нет, я пыталась косу нажать, а... То есть мне лень было до цифры тянуться, и поэтому я пыталась мышкой тянуть. Угу. А по ячейке промазываю, естественно, срабатывает то, что было последнее в руках. Так, надо закрыть здесь твою штуку. Да, давай. Ну и все, поехали, о чем? Вызываю. Ой, делаем все. Да, вызываю. А, бутылки пока плохие оставлю. Точно, бутылки. Так, грибы. Грибы. Вроде... А ты бутылки в верхней левой ячейке держи. Так безопаснее. Все, готово. Так. А, ну сейчас эти еще будут мешаться, святые. Будут. Но они будут, пока мы не призовем его, по идее. А потом куда они денутся? Никуда. Мы их убьем всех. Так, ну что, я готов, наверное. Ну, вызываю.
Ох ты, пришел, какой молодец. Ха, а этой штукой-то его не так уж удобно бить. Нормально. Нормально? Я мышку потерял. О, нормально. Почему он тебя бьет, гад такой? Потому что я вкусная. А я... Че, невкусный, это что ли? Какой-то пандами непонятный. Да я вкуснее буду даже. Ну он же не понимает этого. Не, нормально, слушай. Вообще без проблем, я думаю. Ну да. Получится. У меня даже пистолет где-нибудь брать, я его пособию. А у тебя пистолет все равно плохой. Ну да, у меня пистолет, кстати, так и не выпал. Мясо уже убили не один раз. Ничего интересного пока с него не выпало. Ну, кроме эмблем всяких. Ты куда-то его не туда увела. Я обратно ушла. Все? Руки мы ему пообломали? Да. Иди сюда, ну, черепушка. А зачем я кликаю постоянно? А я сама забываю постоянно кликать. Куда ты? Страшно. Думаешь, не догоним? Да, он от нас убегает. Все, труп. Оп. Ха-ха-ха. Ну как-то так. Ну да. Несложно. Быстренько получилось. Даже ни разу не спустились вниз, чтобы сердечки съесть. Нет, я съела. Спускалась, да? И то, потому что я от него убегала, мимо пробегала по ним. А, ну, нормально.